пробил для прекрасного, но хрупкого мира Энии. Войска повелителя тьмы выстроились на пороге ада. Кровь обогрела магический амулет и отворились врата царства смерти и тьмы! Наше радио и Мороз Рекордс представляют премьеру 2004 года. Первую российскую метал-фэнтези-оперу «Эльфийская рукопись». Пройти свой путь, он ведь один и с него не жил. С 13 февраля во всех музыкальных магазинах города. Премьера на нашем радио 21 февраля в программе «Воздух». Попросить